Указ об экономических санкциях против Турции президент Путин подписал в субботу, но конкретный список запрещенных товаров пока не опубликован. Правительство сделает это сегодня. Но уже на совещании у Дмитрия Медведева вице-премьер Дворкович сообщил, что Россия запретит поставки сельхозпродукции из Турции. Правда, касается это в основном только овощей и фруктов. А Турция, кстати, их крупнейший поставщик на наш рынок. Также Дворкович предложил ввести запрет не сразу, а отложить на несколько недель, чтобы избежать дополнительного роста цен. Первый вице-премьер Шувалов заявил, запрещать промышленные товары из Турции Россия пока не будет, но Минпромторг такие предложения все-таки подготовит. Кроме того, по словам Шувалова, продажа туров в Турцию прекращается немедленно, а все чартеры отменяются после вывоза россиян. Те меры, которые в настоящий момент войдут в проект постановления, это только первый шаг. Мы посмотрим, как будут развиваться события. У нас есть возможность в рамках полномочий, которые установлены указом, расширить перечень товаров, на которые будет распространяться соответствующий запрет на ввоз в Российскую Федерацию, расширить контингенты лиц, которые попадают под запрет для въезда в Российскую Федерацию, и принять другие меры, направленные на ограничение и сворачивание сотрудничества с Турецкой Республикой. Медведев объявил, что действовать Россия будет прагматично, то есть максимально чувствительно для Турции и с минимальным ущербом для себя.